Ну, я вообще не знаю, в голову ничего не лезет. На какую тему снимать видео, без понятия. Слушай, а давай так, если ты сегодня придумаешь какой-то классный, мега-суперский какой-нибудь сценарий для нового видео, ну, что-то очень прикольное, то я тебе дам, ну, 20 тысяч рублей, давай. Даже 30 дам. 30? Да. Серьезно? Давай приколимся. Блин, ну мы просто столько уже сняли, и на Ютубе столько роликов, я даже не знаю, как тебя удивить. Ну, 30 тысяч, я не знаю, как-то подумай, неужели ничего не придумаешь? Слушай, а это только сегодня такая акция? Завтра не получится? Не-не-не, предложение только сегодня действует. Черт. А давай договоримся. Значит, ты мне просто так даешь 30к, и мы расходимся. Ну, конечно, хитренько, просто так. Нетушки, никаких просто так. Да блин. Придумаешь сценарий, получишь 30-ку. Не придумаешь, ничего не получишь. Ну, я просто, правда, я не знаю, как тебя удивить. А давай ты мне 20к... И подсказку какую-нибудь насчет темы. Извините, пожалуйста, а у вас не будет 2 рубля или 5, или 10, пожалуйста? Не, у меня только на карте. И у меня тоже нет. Слушай, ну прости, друг, нет наличных. Ну вы простите меня, пожалуйста, я не хотел, простите меня, дурака такого. Я пойду. Да ничего страшного, я, если честно, даже больше дала бы тебе. Просто, правда, у меня деньги все на карте, налички вообще нет. Ничего, ничего, я верю, спасибо. Слушай, так неловко получилось. Человек какие-то 2 рубля попросил, а мы его даже не помогли. Да, неудобно как-то. Слушай, ну, если ты такая добренькая, давай так, может, мы его позовем и снимем 24 часа. Тома говорит, да, бомжу. Как тебе такая идея? Чего-чего? Вы что-то про меня говорили? Вы меня не звали случайно? Да нет-нет, ничего, тебе показалось. Ну, вообще-то не показалось. Короче так, если сегодня весь день Тома будет говорить тебе «да», то она в конце дня получит 30 тысяч рублей. Ну как тебе такое, согласна? Серьезно? Тридцатка? Конечно, я согласна! А тебя как зовут, кстати? У меня Андрей зовут. Отлично, Андрей, ты согласен, что весь день ты проведешь со мной, и я буду выполнять все твои хотелки? Все желания, все, что ты попросишь, я выполню. О, да, вот это классный день у меня будет. О, а может прямо сейчас начнем? Конечно, давай начнем прямо сейчас и до самого конца дня. Время пошло, давай. Пойдемте быстрее. Погнали. Ну что, куда пойдем? Ну, слушай, мне интересно посмотреть, где ты работаешь, где ты живешь. Ну, вообще, я блогер. У нас есть ангар, где мы снимаем, я еще и дома снимаюсь. И вообще много где. Ангар? А я как-то целый год в ангаре жил. Хочу в твой ангар пойти посмотреть, как там. Да, Андрей, давай пойдем посмотрим на мой ангар. Ну что, Тома, ты говоришь Андрею «да»? Да, Андрей, я говорю тебе «да». О, мы еще и на машине едем? Ну да, сейчас быстренько доедем и все. Слушайте, а давайте куда-то заедем. Так, есть охота. Ну окей, Андрей, давай заедем, покушаем чего-нибудь. Что хочешь? Что-то быстрое и вкусное. Окей, я тебя поняла. Поехали. Здравствуйте. Здравствуйте. А чизбургер и средний фри? Только большой, большой чизбургер, если можно. И если можно, большой чизбургер, да. Спасибо. Как вкусно. Да, нравится? Угу. Ну, все ради тебя, Андрей. Сегодня твой день. А можно музыку погромче? Да, можно. Включи музыку погромче. Ангар, здесь мы иногда снимаем видосы. Ого, ничего себе огромный.
Я, кстати, как-то раз тоже ночевал в ангаре, но он, правда, поменьше был. Ну, в общем, да, здесь у нас стоит диван, здесь сцена, вот доска, на которой мы рисуем, пишем и так далее. Вот еще, кстати, мое любимое кольцо. Мы часто ребятами играем в баскетбол. Хочешь поиграть? А что, реально можно? Конечно, хочу. Можно, можно. А ну, давай. На. Офигеть, классно. Прикольно, да? Да. Надо хоть один попасть. Да, есть, я попал. Наверху у нас лежит море реквизита, внизу в целом тоже, и все. Да? А что за реквизит? Можно посмотреть? Конечно, можно, ты что? Только давай попозже, что время терять? Хочешь на батуте попрыгать? Обожаю! Конечно, хочу. А он меня выдержит? Конечно, выдержит. Давай, попробуй, попрыгай. Мы тут втроем прыгаем обычно. Вау, как классно. А можешь мне его подарить? Ну, конечно. Я же должна тебе говорить, да? Только, это, ты его попозже зайди, забери, ладно? А то в машину он не поместится. Че, мы его таскать, что ли, будем? Правильно? Класс, теперь у меня есть батут. У меня есть батут. Да, ангар здесь такой классный, такой огромный. Угу. О, слушай, тут же можно такую офигенную вечеринку забабахать. Ну да, можно, но не нужно. Зачем оно нам, правильно? Слушай, ну теперь я хочу посмотреть твой дом, где ты живешь. Конечно, Андрей, сегодня я говорю тебе только да. Поэтому погнали ко мне в гости. О, класс, класс. А что, долго ехать? Недолго. Короче, вот, Андрей, мой дом. Ого, ничего себе у вас хоромы. Неплохо обустроились. А может, ты свой пакетик за порогом оставишь, а? А, да, хорошо. Спасибо. Ты проходи, проходи, не стесняйся. Ну вот, короче, такой у меня дом. Ого. Тут три кнопки Ютуба. Заслужил наш канал. Нормально у вас тут так. Хорошо, классно. Кнопки еще какие-то. Слушай, я давно не менял свою одежду, и поэтому моя какая-то не свежая. Может, есть что надеть? Да, хорошо, сейчас поищу, Андрей. Ты пока присаживайся. Ничего себе. Вот это да, живут же люди. Андрей, держи. Вот нашла одежду. Думаю, тебе подойдет. О, давно чистенькое не надевал. Сейчас примерим. Вон в той комнате можно. Действительно, давно он не стирал одежду. Чтоб диван не провонял. Во, в новое переоделся. Прям мой размерчик. Ого, Андрей, ничего себе, тебе идет, слушай. Да, а вот это вот ты постирай. Зачем? Да не надо, я тебе эту одежду подарю. Это давай выбросим. О, спасибо, конечно. Но ты эту все равно постирай. И вот куртку мою тоже постирай. А то вдруг это запачкается, я обратно в это переоденусь. Ну хорошо, ладно, да, окей, договорились. Только я чуть попозже постираю, ладно? Хорошо. Как тебе наш телек? Классный. Хочешь что-нибудь посмотреть на нем? Конечно. О, давай ты наше видео посмотришь. Тебе точно понравится. Ваше видео? А что это значит, ваше видео? Ну вот сейчас ты все увидишь. Я тебе говорю, ты заценишь. Ничего себе, это ты? Тебя еще и по телевизору показывают? Ты, получается, знаменитая? Слушай, ты меня накормила вон той сухомяткой, как она называется? Какой, бургер? Да, вот. И от нее так пить охота. Сделай мне чай. Конечно, я тебе целый день говорю да. Так что я пойду сейчас тебе и сделаю чай. О. Вот твой чай, Андрей. Это что, чай? Да на помойке чай крепче. Добавь еще заварки, давай, не жалей. Да, конечно, сейчас добавлю. Хм, нифига себе, она что, на мне сэкономить решила? Не, так не получится. Покрепче, так покрепче. Вот, держи. Во, другое дело. Андрей, Андрей, а ты где сегодня ночевать планируешь? Здесь, конечно. Вы же не против? Том, и что? Что ты на это скажешь? Ну, пока я говорю тебе «да», я скажу «да»?
чтобы выиграть свой приз обещанный, но по истечению этого дня тебе придется поменять свое местонахождение и спать на привычной улице. Ну, если ты от меня устала, то ты можешь отдохнуть, а я пока пойду и на вашей тачке покатаюсь, если ты не против, конечно. Конечно, можно! Как я могу тебе отказать, Андрей, когда так сильно хотим выиграть 30 тысяч рублей? Да, можно покататься на нашей машине, можно! Да ладно! Еще и на машине можно! Угу. Ключи там в коридоре на тумбочке лежат. Ну ладно, я тогда погнал! Да подожди, ты хоть водить умеешь? Да умею, умею! Я 100 раз на машине ездил! Че там уметь-то? Руль только крутишь и все. Тома, ты че, ему машину доверила? Ты же его даже не знаешь, у него, наверное, даже и прав нет. Да блин, а что мне еще делать? Конечно, я ему скажу «да». Но ты же меня прекрасно знаешь, я никогда в челленджах не сдаюсь. И сейчас тоже не собираюсь. Надеюсь, с машиной все будет в порядке. Блин, 30к. Вот я сейчас смотрю, на самом деле надо было с тобой поторговаться хотя бы на 50. А если он у меня iPhone попросит, ты хоть видел цены на эти телефоны? И куда здесь нажимать? Столько кнопочек. Ну-ка. О, завелась. Я же говорил, ничего там уметь не надо. Че тут сложного-то? Слушай, давай на 50 тысяч договоримся. Не-не-не, все, уговор уже есть, 30 тысяч и ни копейки больше. Да блин, а мы руки не пожали, так что давай, 50к. Нет, ты сдаешься? Нет. Ну тогда все, ждем Андрея. Надеемся, что машина будет в целости и сохранности. Фух, кошмар. Ничего, он же стресс сплошной. Хозяева, я вернулся. О, ну наконец-то! Ну что, как покатался? С машиной все в порядке? Да, да что она у вас, старая, что ли? В смысле старая? Ты что с ней сделал? Да ничего я с ней не сделал. Просто она заглохла и все. Как заглохла? Где заглохла? Подожди, а где машина сама? Ну где, где? Там, где заглохла, там и стоит. Я что, адрес знаю? Блин, ты ее хоть закрыл? Где она? Идем быстрее искать. Подожди, подожди. Ты что, хочешь, чтобы я вот в этой одежде машину толкал? Давай мне мою старую, и я в ней пойду. Ты же ее не успела постирать? Ладно, ладно, сейчас. На, вот твоя одежда, быстрее переодевайся, бежим за машиной. Нифига себе! Андрей, ты где ездил? Чё машина такая грязная? Да я подрифтил, погазовал. Так классно, всегда мечтал это сделать. Ну давай толкать. Надо было тебя одного оставить с этой машиной и толкал бы ты до моего дома. Первый и последний раз в моей жизни, когда я толкала машину, еще и грязную, из-за тебя. Ого, сколько время! И что, сколько времени? Вон, до 12 часов я говорю тебе «да». Давай, снимай одежду, переодевайся. Не, я сейчас переодеваться не буду. Просто в это время я обычно хожу на свою любимую мусорку. Под конец дня там столько всего интересного. Люди странные, выкидывают столько всего хорошего. Короче, пока там все не растаскали, мне нужно скорее на эту свалку. Ничего не хочу слышать. Давай, иди переодевайся и оставайся дома. Не-не, нам сейчас нужно пойти туда, и ты мне будешь помогать перебирать мусор. Может, не надо, а? Я совсем не хочу рыться в мусоре. Так ты что, сдаешься, Тома? Да подождите, не мешайте мне думать. Ладно, я согласна. Сейчас мы пойдем ковыряться в мусоре. Да ты не переживай, ты просто рядом постоишь, пакет поддержишь, а я буду все свои находки туда складывать. О, палочка моя, чуть не забыл. Как я на это могла согласиться? Давай быстрей, быстрей, а то там мне сейчас самое нужное разберут. Вот она моя любимая мусорка. Ты знаешь, сколько всего хорошего можно найти? Значит, держи пакет, а я сейчас сюда буду складывать то, что найду. Так подожди, Андрей, зачем мы сюда приехали? Давай, фу, нет, я не буду. Там крыса пробежала, я ее видела, я не хочу здесь стоять. Да не переживай, сейчас что-то найдем. Андрей, здесь воняет, пойдем, я тебя дома накормлю вкусно. Во, смотри, что нашел, лимонада немного и молоко еще. Вот подарок судьбы, Андрей. Смотри, хлеб.
кто же хлеб выкидывает? Ты знаешь, сухой хлебушек водичку помакал, так вкусно. Я бы тебе этот сухой хлебушек дома дала бы. Зачем мы сюда приперлись? Смотри, что люди выкинули. Совсем жиру бесится. Троки нормальные, я проверил. Месяц всего как прошли. Блин, я надеюсь, никакие подписчики меня здесь не заметят. Все, Андрей, поехали домой. Да подожди ты, на еще вот это засунь. Ну, видишь, сколько всего здесь вкусного можно найти. Я сегодня такой ужин забабахаю. Че, я должна из этого еще что-то съесть? Да не переживай ты, вкусно будет, пальчики оближешь. Все, быстрее, поехали домой отсюда, нафиг. О, смотри, сколько всего набрали. Ты, наверное, проголодалась? Сейчас я тебе ужин приготовлю. Не-не-не, я не проголодалась, спасибо, я не голодная. Да ладно, ты не скромничай. Где у вас тут печка, чайник? А ты чего не ешь? Давайте молочка налью. Нормальное молочко. Спасибо. Вон еще лимонад есть. Нормальная пюрешка. Ничего не просроченное. Всего месяц. Будешь? Не-не-не, не буду. Хотя я же должна тебе говорить, да? Да, Андрей, спасибо. Оставь мне немного, я попробую. Ну ладно, оставлю. Кстати, ты чего хлебушек не берешь? На, возьми. Не-не-не, не надо, у меня же макароны. Макароны с хлебом не едят. А так хлебушек еще такой суховатый немного, с удовольствием. Молочко бы обмакнуло, но у меня макароны. Ну ладно, как хочешь. Мне больше достанется. Черт. Лишь бы мне крысиный хвостик тут не попался. Душек со свалки. Надо же докатиться до такого. Капец. Ох, наелся-то я как. Давно так не ел. Круто. Ох, слушай, мы с тобой договаривались, что я у тебя буду сегодня спать. У тебя наверняка на втором этаже есть удобная кроватка. Может, я пойду посплю? Да, Андрей, я говорю тебе, да. Поднимайся наверх. О, отлично. А я как раз тебя провожу. Да, не надо, не надо. Я разберусь. Ладно. Капец, он там сейчас точно кавардак устроит. Надеюсь, он хотя бы в спальню моих родителей не пойдет. О, кажется, здесь можно и поспать. О, как мягко. Это тебе не на газет, как спать. О, как классно. Что-то холодновато. Тома, Том, иди сюда. Чего, Андрей? Слушай, что-то у вас прохладно здесь. Принеси ко мне мою телогрейку. Так вот, тут плед есть, лучше им укройся. Да не, телогрейка мне как-то попривычнее. Поднеси мне лучше ее. Да, хорошо, сейчас принесу. Ну что, чего он тебя звал? Да он хочет телогрейкой укрыться. Ну ты прикинь, улегся на кровати моих родителей. Между прочим, скоро они вернутся уже. Я все понимаю. Андрей неплохой парень. Но мы не договаривались, чтобы он жил у нас дома. Ну, объяснишь родителям все как есть. Я думаю, они поймут. Они же знают, что ты блогер, чем ты занимаешься. Ну да, конечно. Мам, пап, на вашей кровати сейчас бомж спит. Вы идите в сарае поспите. Бомжа не тревожьте. Так ты себе это представляешь? Опаньки! Нифига, время быстро летит. День почти закончился, и я, считай, выиграла этот челлендж. Супер! А ты хоть знал, что день почти закончился? И Андрюша, считай, покидает этот дом, а ты мне на карту скидываешь 30 тысяч. Подъем! А, что случилось? Все, Андрей, день закончился, и тебе пора как-то покинуть этот дом. Уже так быстро? Представляешь, как я рада! Уф, только заснул, такие сны снились. Вот твоя курточка. Пойдем, я тебя провожу. Ну ты, конечно, хорошо держалась. Я этот день надолго запомнил. Классно было. Ты не поверишь, Андрей, но я тоже буду очень долго вспоминать этот день. Тебе-то хоть понравилось? Да, конечно. А одежду я правда могу себе оставить? Ну да. Кстати, подожди секунду.
Вот еще, кстати, твоя одежда. Правда, не успела постирать. Ну ничего, сам как-нибудь с этим разберешься. Ладно, забирай палочку и давай поскорее, а то у меня родители скоро вернутся. Понял. Ухожу, ухожу. Пока-пока, Андрей. Пока-пока. Фух. А мы что сидим, улыбаемся? 30 тысяч мне на карту. Бегом, 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 бегом. Окей, сейчас скину, заслужила. А это еще кто, вернулся, что ли? Или родители? О, Андрей, ты что-то забыл? Да не, ничего не забыл. Вот, это тебе от меня. Ого! Обалдеть, какие классные! Ну все, я пошел, а то скоро твои родители придут. Давай, пока! Пока-пока, Андрей! Обалдеть, ну ты видел?